сики, что ли? Офигеть. А да хорош, да тей! Стой, стой. Мне разработчик Гаррисмода пишет, пожалуйста, не надо. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рафаэла, Радекс, Гусанева, Кити, Кик, Васаби, Скромник, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, привет. Здравствуйте. Все просили классную рубрику, которая залетает в тренды и набирает миллионы просмотров. Охранники пугают аниматроников. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и орать. Погнали. Вы думаете, я не буду мочить, я тоже буду вас мочить. Именно поэтому я начинаю строить план. Так, я иду в подвал. Дима, ты где? Дима, ты не будешь срать мне в подвале. Мой подвал. На этой карте, кстати, переделана крыша. Подсказка вам. Чпоньк, отлично. А, нет, он нас обманывает. Так, теперь на крысу надо. Где он? Васабика. А слышно меня, что я хожу где-то? Слышно? Да, это вентиляция. Интересно, вентиляция простреливается? Как в это, в Counter-Strike, а ну постреляйте по вентиляции. Смотрите, это вентиляция. Не, не простреливается вентиляция. Не простреливается, но... Ну, посадите меня. Привет. Отлично, отлично. Причем сам лезет. Ярик, за вас. Страшно стало. Так, надо, короче, на крысу посидеть, помочить пацанов. Вставай. О, я вижу здесь все. Он не поднимается. Ладно. Так, подождите, а чё нифига не видно? Вы что-то видите тут? Да. Где? Я смотрю. Отвалите, ну пацаны, ну! Ну я же добрый! Ай-яй-яй, в трубах застрял. Хорошо, хорошо, хорошо. Выпрыгаемся. Да как я ничего не вижу? Ну отвалите, хлопцы. О, Гусаня, привет. Да дай выйти, я добрый, я свой. О, ну что было-то? О, спасибо за посрочка. Здесь. Кик, ёп! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И любой можете с нами записать, заходя в наш Дискорд по ссылочке в описании и орать вместе с нами и веселиться. Он тут у меня. Вы его слышите? На складе, на кухне был. Эй, отвали, Драбадон! Драбадонкс! Отвалите от меня! Я знал, у меня есть тактика, я ее буду придерживаться. Васаби, спасибо большое. Я их буду, спасибо. Я тебя убью. Ну что, пацаны, я в офисе теперь закрылся, как вы в меня попадете? Ребята, теперь я в офисе. Ай, больно. Сейчас а что я открываю? Я аниматроник, я зашкерился. Посадите меня в вентиляцию. А то что можно вентиляцию? Вентиляция есть, точно. Да вы попадаете через окна. Как это ты выстрелом мне через дверь просунул? Да ладно, да как? Видели прикол? Он здесь, я за ним. Да блин, аниматроник конченый, лагающий кусок говна. Все открыто. Димас! Да ты если будешь бегать за мной, я тебя убью. Нет, идешь, помогите. Пацаны, если вы убьете этого аниматроника, придет очень жесткий. Убить импостера. А ты смотри, зажали в комнате. Дима! Вы друг друга мочите, мне нравится. Нет. Все, ладно, я погиб. Хорош, вы психи, смотрите, что вы сделали. Кто будет плитку ложить новую в пиццерии теперь? А, Дима, не волнуйся, это пиццерия в аренду взята. А, ты в аренду, я же забыл, мы во всем ролике и машины, и технику, и пиццерия, ребята, в аренде. Конечно, придется после съемок ролика делать ремонт небольшой, косметический. Блин, без звука аниматроник, но я за него пойду. 10 тысяч жизней не могу ставать невидимым. Чисто танк, а потом стану уже невидимым, босс скоро будет. Ребята, он аниматроник-босс. О, есть, я убил Кика. Ярик, ну что, ты уже не такой деловой. Ха-ха-ха. Я босс. Я босс. Сори. Где Димас? Я опять тут. Мне пришлось, потому что я Это моя пиццерия, я здесь живу. Ого, вы дырок нафигачили на карте уже.
Сам прям мне в руки упал, представляешь какой? Спасибо тебе, мне понравилось. Иди вообще, не выходи. Он здесь. Димас! Я не могу на контрол ничего... А, смотрите, не заметил никто. Димас, выходи. Отвали! А где Димас? Отлично, отлично. Спрятался. Да-да-да. Вижу, он возле входа. Отвали, отвали, отвали! У нас сидит в подвале впереди. Нет-нет-нет, он не в подвале. Да блин, они инфу дают всегда. Есть! Есть! Еще раз убил пацана. Так, надо валить. А тут можно как-то еще зайти в пиццерию? А, нет. Так, офигенно. Я что, в тупик себя загнал? Вот идиот. Все, ребят, он на улице. О, я могу поломаться? О, я могу нормально. Я могу поломаться. Все, ребята, вы меня уже развалили. Смотрите, у меня уже руки ломаются. Ого! Какая-то вода, да, странно на этой карте? Моя гитара лежит, смотрите! Пасхалка! Стреляй! Она не твоя, я тоже видно. Ну я Бонни ее дам. Все, я убегаю, пацаны, я пошел. Пулеметы! Есть! Сейчас тебя убьют, сейчас тебя убьют. Так где, что тебя убьют? Пулеметчик! Я тебя сейчас замочу. Красиво протерся. Эй! Подходи, давай. Эй, отвали, да скажи им. Кто-то там. Как мне выйти? И ко мне. А хватит мне мочить. Есть, отлично, отлично. Вали, вали, вали. И Ярика убили. Ой-ой-ой. Вы попали на вопрос подошли. Все, теперь я вас буду мочить и пугать. Я вижу в этой серии, я не могу никому ничего сделать. Так, сейчас будем в подвал продвигаться потихоньку. Ах ты! С двух, смотрите, что делаю, с двух сторон. Я буду ходить, чтобы они убивали друг друга. Смотрите, что я делаю. Друг друга мочат. Ого, это что было? Да легче. Да кто кидает гранаты мне в эту вентиляцию вонючую? Да ты задрал, иди собирай грибы. Вот это дыра в стене, смотрите, что наделали. Офигенно, мне нравится. Ого, что-то строчит. Оно не попадает. И что? Да успокойтесь. О, я понял, я понял. Отвали. Есть. А, Дима, почему стоит такая? Сейчас будет аниматроник очень такой жесткий, потому что будет у нас сейчас тактика крысы, когда я буду невидимым. Да я знаю, что вы меня убьете, у меня не было варианта вообще. Вы очень сильно мощные. Включите свет. Сейчас хочу. Так, кого же взять такого жесткого? Свет включу. Да. Я буду, я, пацаны, я буду его ждать на входе. Давай, Дима. Он на ремень. Вот он. А как ты узнал, кто я? А ты это, я твою тень увидел. Димас, понял. А где он? Я внутри, я иду в офис. Потихонечку в офис идем. Так, так, отойдите. Кити. Отойдите. Чек. Где он? В невидимке, по любасу. Да как ты понял? Кто меня убьет, будет считаться лучшим убивальщиком аниматроников. Я не знаю, кто-то хочет очень сильно меня убить. Опа, нифига себе ты стреляешь. Это что, у тебя трассирующие пули такие? Дым идет с них. А ты где? А ты где, Димас? А я тебя убью. Отлично. Это было красиво, кстати. Димас, давай, иди в подвал, я тебя тут жду. Так, вижу, Ярик побежал. Вот это творится у нас что-то жесткое. Давай, иди сюда. Вы что, с ума сходили? Да хорош ломать карту, это моя карта новая. Ах ты ж. Это что было только что, это не понял. Димас, не надо, Димас, не надо. Кстати, иди туда, правильно. Привет, поговорим. О, вы поставили ловушки. Ой, извините, извините, пацаны, так бывает. Да ну хватит! Сюда, я стреляю.
Вы что, психи? А я не могу туда пройти. А, я понял. Ну вас понимаешь, свои активировали ловушку. Ты должен был попасть, а если я там попадал. Он поднялся. О, сошел. Я внутри, короче, в это, внутри закрылся. Давайте, я внутри, заходите. Ах так, Димас, ну сейчас, давай. Давай, я жду тебя. А, ну, пацаны, я пойду через вентилятор. Давайте. Ой. А. Не только ты. Я так, а что они там делают вообще? Все, ого, мы не психи. Так, просто вообще. Ого. Мы тут вентиляцию там... Тихо. Вскрытие дверей надо делать, пацаны. Как они меня хотят убить, а меня там нету. Его тут нет, пацаны. Да нет, у меня там, я подкалывал вас. Трабашом в голову, дурачок, что ли? Где? Да я тут, давай, иди сюда. Эй, прекращай ерунду заниматься, а. Возле где? Вот он, да. Вон он, в углу стоит. А как вы меня видите постоянно, фонариком? День. Он убежал, он где-то здесь. Отлично. Да вы задрали, вы меня палите всегда. Где он? Он исчезает. Димас, выходи. Отлично, ребята, нычка, отлично. Смотрите, на видном месте. Теперь начинаем высмыкивать по одному, а то они меня убивают и убивают. Димас очень быстрый. Он здесь. Где? Скажи. Да ты заколебал меня убивать дробовиками спину. Где Димас? Отлично. Да блин, увидели. Где он? Где Фокси должен стоять? Он там был. Все, радость. Блин, а ну Кик, иди сюда. Ты куда убежал? Я по тебе целился и стрелял. Ах ты молодец какой. Стрелял на стуке, в главном зале. Где у нас подвал? Я ждал. Подвал? Точно, ребята, я взрываю бомбу в подвале, я пошел. Не. Прощайте. Хорошая была карта, мне она нравится, кстати. Дима, не смей. А че вы меня убили? Что за пушка гигантская? Вы смотрите, они поставили в конце туннеля гигантскую пушку и стреляют. А, вот так значит. Дим, бери кого хочешь, давай. Вы меня ждете, да, получается, там, да? Попали, да. Отлично. Берите меня. Отлично. Так, блин, быстренько. Дай, я другую поставлю. Отстань, это моя. Она всех убила. На говной воняет. Нет, это тоже моя. Да отвали, ты смотри, ножиком у меня чипнуть хотел. Ай. Он вошел. А спаун удалил. Теперь вы пока добежите, я взорву карту. Нет, только не это. Да, это. Ну что, ребята, последнее слово. Нет. Это не то слово. Это не то слово. Бомба, взрывайся. Нет, я успел. Вы что, удалили бомбу? Да вы голимые. Нельзя бомбу было удалять. Это нечестно. Честь. Я говорю, бомбу взорвать. Дима здесь. Есть! Ладно, на самом деле, пацаны, вы выиграли. Вот честно, если так взять по крупному счету, вы победили меня, потому что сколько раз я проиграл для того, чтобы взорвать бомбу. Ого, а это кто? Психи, что ли? Офигеть. Да хорош, да тей! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще. Что вы наделали с Гаррисмодом? Мне разработчик Гаррисмода пишет, пожалуйста, не надо. Дима, срезать не карту, срок.